В Старомосковье стартовал проект «Ретро-кинотеатр под открытым небом», в рамках которого организованы показы фильмов на открытом экране в разных частях города. Первый сеанс прошел во дворе 40-й школы в микрорайоне Восточный. Зрителям показали советский художественный фильм 1943 года «Она защищает Родину». Вечер в стиле кино стал настоящим праздником микрорайона, который объединил все поколения. Помимо просмотра фильма, здесь провели концерт, ярмарку декоративно-прикладного творчества, устроили развлечения для детей. Инициатива создания кинотеатра под открытым небом принадлежит оскольчанке Татьяне Куликовой, которая защитила этот проект на областном конкурсе. Воплотить идею в жизнь помогли частное творческое объединение и администрация округа. Этот проект вообще рассчитан на дворы города, потому что иногда мы живем в дворе и друг друга вообще не знаем. А это единственный праздник, который можно никуда не ходить, не надо никуда специально ехать. Все, я вышла, все есть. Собираются дети, родители, люди из окошка смотрят, что здесь происходит. Наша главная задача, чтобы сегодня объединились поколения и молодых ребят, и маленьких детей, и ветеранов Великой Отечественной войны, и взрослых, те, кто знают чуть больше о войне и смогут ребятам в ходе просмотра фильма что-то подсказать и рассказать. Я уверен, что такая вот необычная форма работы, она приживется у нас в городе и будет системной в каждом дворе нашего города. Такой же праздник организовали для жителей юго-западной части Оскола у торгового центра «Лунный». А 9 мая фильм «В бой идут одни старики» покажут на площадке у Центра молодежных инициатив. Начало сеанса в 21:00.